Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня пятница. Нет, суббота. Сегодня суббота, 10 августа. И мы отправляемся в путешествие на 10 дней в Афьон и в другие города. Сейчас мы в центре Алании и стартуем из Алании в 10 утра. Едем в Испарту, там будем завтракать. Друзья, не забывайте подписываться на наш Инстаграм, ссылка в описании. Там много интересных фотографий, советов, какой-то интересной информации об Алании и о Турции. Поэтому обязательно подписывайтесь на Инстаграм. Ну а сейчас начинаем вместе с вами наше путешествие. Следующая остановка Испарта. До нее ехать примерно 2 часа. Спустя 2 часа, друзья, мы доехали практически до поворота на Испарту, который находится в стороне, около недалеко от местечка Аксу. Сейчас остановились на заправке, чтобы заправить машину, ну и, естественно, купить что-то попить и так далее. Как же выглядит обычная заправка в Турции? Ну, конечно, здесь есть стоянка. Есть места для заправки, здесь можно купить все необходимое для автомобилей. Конечно же, есть туалеты и вот такие вот магазинчики небольшие. Можно купить мороженое, всякие разные бисквиты, ну и, конечно же, сувениры, шоколад. Здесь даже есть место, где можно посидеть. Небольшая вот такая вот комнатка, детская мини-комната. Ну и можно купить что-то для того, чтобы перекусить в дороге. А еще, друзья, здесь суперсовременные туалеты. И очень классно, потому что не нужно дотрагиваться ни до чего. Сейчас покажу вам, как выглядит женский туалет. Когда вы заходите в туалет, чтобы дверь в туалет открылась, не нужно трогать никакие ручки. Вы просто подносите руку, и дверь открывается. И также, например, для инвалидов вот такой вот туалет. И если вам нужно выйти, вы моете вот здесь вот руки, сушите и подносите руку, и дверь автоматически открывается. Также здесь очень классная комната для мам с детьми, комната для того, чтобы мамам с детьми было удобно. Мы уже повернули в сторону Испарты.
До Испарты нам ехать примерно час еще. Мы едем до озера, как я вам говорила раньше. Ну и покажу вам немножко пейзажа. Не доезжая до Испарты и до озера, мы остановились в вот такой придорожной кафешке. Здесь их очень много, делают гёзлеме, здесь есть маркет, ресторан, магазин. В общем, вот там сидит Айхан и Альперен. В магазинчик мы зайдем чуть позже, потому что здесь есть вот такие вот очень красивые сувениры из Испарты, которые можно купить. А сейчас покажу вам, как выглядит кафешка. Кафе очень классное, в таком с традиционными килимами. Здесь есть и зимняя часть, и мы сейчас сидим на балконе. Вот здесь ребята уже сидят, и покажу вам наш завтрак и обед. Здесь у нас разные фрукты, яйца, огурцы, помидоры, хлеб. И кто не знает, Альперен. Айхан. Альперен. Альперен – это сын старшего брата Айхана. Альперен говорит по-русски, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Чуть-чуть по-русски говорит. Да, молодец. Ему 22 года, и он учится на архитектора. В общем, мы здесь кушаем, и, ребята, хочу вам показать очень классную штуку. Когда вы ездите куда-то в походы, в дорогу и так далее, я купила себе вот такой вот набор, который состоит из 6 кружек, 6 вилок, ложек и ножичков и 6 тарелок. И вот в такой вот прозрачно-розовой упаковке он. В общем, вот так вот он закрывается, и называется это все пикник, такой сет для пикника. Поэтому имейте в виду, стоит такой сет для пикника порядка 20 лир. Очень удобно, есть разные цвета, формы, поэтому берите с собой в дорогу, мы всегда так делаем. Ну а сейчас всем приятного аппетита. И дальше едем на озеро в Испарте. Мы уже въехали в город Испарту. Сейчас едем по окраине города до озера. Покажу вам, как выглядят спальные районы. Вот такие вот здесь красивые маленькие домики, магазинчики небольшие. Ну и, конечно же, жилые кварталы на самой окраине города.
А сейчас мы проезжаем мимо горы, которая называется Давраз, и это знаменитый горнолыжный курорт в Испарте, один из самых известных в Турции. Ну, конечно же, сейчас снега нет, а зимой здесь настоящее раздолье, много снега, трассы разные, сложности. В общем, красота невероятная. Как-нибудь зимой мы с вами тоже сюда съездим. Берегу озера Эйдир. Посмотрите, какая здесь красота, дикий пляж. И сейчас Айхан с Альперином будут пробовать воду. Насколько она холодная. Насыл сукму. Вода чистейшая, просто потрясающе. Красоты, конечно. Это озеро находится в районе Эспарте. Одно из лучших мест для любителей уединения, природы. В общем, озеро. Дно такое здесь каменное. Камни скользкие, но очень красиво. Конечно же, это не туристическое место. Посмотрите, вот там вот дорога. Мы оттуда, там остановили машину, там оттуда спустились вниз и пришли вот в такой вот, на такой вот дикий, потрясающий пляж. А еще это озеро знаменито своей водой, цветом своей воды. Потому что, смотрите, у берега кажется, что она такая коричневая, далее она бирюзовая, а чуть дальше очень темная. И здесь, также я вам рассказывала про горы Давраз, здесь расположен один из самых знаменитых горнолыжных курортов в Турции. В общем, жемчужина, просто жемчужина, турецкая жемчужина. И, как я уже говорила, это место считается идеальным для спокойного отдыха. Друзья, вот такая вот у нас здесь красота в Турции. Кстати, пока мы ехали до озера, на YouTube, по-моему, пришел такой комментарий. Спрашивали, был ли Айхан в России, понравилось, и как ему наш климат северный, мурманский. Так вот, хочется сказать, что Турция – страна, в которой очень разнообразный климат. И в Турции бывают и морозы 40 градусов, например, в Эрзуруме, в Карсе и так далее. И, кстати, в Аланье зимой, в 30 минутах езды от города, мы лепим снеговиков, играем в снежки и радуемся зиме. Поэтому для Айхана снег – это не что-то удивительное, это не то, что он не видел никогда в жизни. И для многих в Турции это снег, это снегом не удивишь, потому что даже в Алании снег бывает, и в Алании строят горнолыжный курорт. Поэтому Турция очень разнообразна, и даже сейчас вот в Испарте, кстати, очень-очень жарко. Пока мы ехали, температура доходила до 40 градусов даже в горах, представляете? А зимой здесь лежит снег и есть горнолыжный курорт. Поэтому, как я уже сказала, Турция совершенно разнообразная по своему
климату страна, и даже в Алании зимой днем можно купаться в море, а вечером играть в снежки в горах. Поэтому не думайте, что в Алании, в Турции только солнце, пляжи, снега никогда нет. Нет, на самом деле это не так. Почитайте, посмотрите видео о Восточной Турции, о Черноморском регионе, и вы поймете, что Турция — это не только Алания и Анталия. Ну а, да, кстати, мы сейчас едем дальше уже в сторону Афьона. Я думаю, что это наша последняя остановка, ну, такая, по достопримечательностям. И едем уже в сторону Афьона, потому что время ближе к 5 вечера, нам еще ехать 3 часа. Дорогие друзья, мы уже практически доехали до деревни. Сейчас мы находимся недалеко от деревни, около одной из достопримечательностей. Расскажем про нее в следующих выпусках. А температура заметно упала. Сейчас 29 градусов. Из парти было около 40, и кажется, что так прохладно. Мы уже замерзаем. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилась наша дорога. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.